Прям именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня. Виталий Буяльский. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч к сопернику переходит. Именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня. Виталий Буяльский. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч к сопернику переходит. Именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня. Виталий Буяльский. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч к сопернику переходит. Именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня. Виталий Буяльский. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч к сопернику переходит. Именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1. Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня. Виталий Буяльский. Мяч вперед идет к чужим воротам. Мяч к сопернику переходит. Именно он собрал нас вместе. Для вас работают сегодня. Играют в следующем составе. Команда сыграет по схеме 4-5-1.
Двое ярких вингеров и плеймейкер будут снабжать нападающего мячами. Стартовые 11 игроков Бенфики вашему вниманию. Тренер выпустил всего одного форварда. При должной поддержке игроков середины поля у него обязательно будут сегодня... Виталий Буяльский.